Николай Васильевич Соколов родился 23 мая 1921 года в городе Ногинск Московской области. На фронте во время Великой Отечественной войны оказался с октября 1942 года. Соколов, будучи командиром батареи, участвовал в прорыве обороны противника, а также в освобождении нескольких польских городов. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм, старший лейтенант Николай Соколов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Скончался 10 апреля 1975 года в родном городе Ногинске, где он проживал и работал последние годы жизни.